В Дороничах сегодня работает межрегиональная творческая школа исполнителей на флейте. В течение недели музыканты разного возраста изучают премудрости игры на инструменте. Мастер-класс проводит лауреат международных конкурсов, солист Большого театра Николай Попов. Для каждого ребенка такое выступление волнительно вдвойне. Они не просто выступают перед публикой. За их умением играть на инструменте наблюдает исполнитель мирового уровня. Николай Попов на творческих занятиях вначале знакомится с учащимися и показывает на их ошибки. Можно очень долго перечислять его регалии. Николай Попов – лауреат престижных конкурсов. Игре на флейте он учился в России и Германии. Выступал в оркестрах под руководством известных дирижеров. На мастер-классе он дает не только базовые знания. Он пытается раскрыть творческий потенциал учащихся. Пой, ничего из себя не сдавливай. Вот кого-то... Можешь петь? Си, давай вместе поймем. Творческая составляющая у нас составляется из двух вещей, как мне кажется. Это ремесло и... знания, вот. Ну и, конечно, эмоциональный подъем какой-то. Вот мы вместе здесь все пытаемся найти этот эмоциональный подъем. Творческая школа межрегиональная. В ней обучаются флейтисты разного возраста из Кирова и Нижнего Новгорода. Свете Холманских всего 11 лет. Игре на флейте учится со 2 класса. И на таких занятиях открывает много нового. Длинные ноты я не очень хорошо, ну, у меня не очень хорошо даются. И вот сегодня вот послушала, поняла, как, ну, как лучше сделать, чтобы они хорошие были. Наш круг детей не может столько получить возможностей, да, столько посетить концертов, театров, музеев, сколько имеют столичные дети. И мы решили просто вот, исполнителя высшего уровня просто пригласить к нам сюда в глубинку. И, в общем-то, мы здесь взаимообогащаемся. Николай Попов говорит, что с радостью приехал в Киров. Тем более был рад, когда увидел заинтересованные глаза учащихся. Был поражен отношением к музыкальному образованию в городе и высоким уровнем кировских исполнителей на флейте. Здесь все очень развивается динамично. То, что именно как раз приглашаются все это постоянно какие-то гости из других регионов, и других, с другим, может, подходом, другим видением. Это, наоборот, показывает то, что в регионе культура процветает, потому что культура не может развиваться только в каком-то одном направлении. Тогда начинается уже не культура, а периферия. Занятия творческой школы рассчитаны всего на 6 дней. Но организаторы уверены, мастер-классы дадут учащимся большой толчок для творчества. Им обязательно захочется играть никак не хуже, чем такой известный исполнитель. Андрей Дозурцев, Руслан Быкасов, «Вести», Кировская область.